Президент Садыр Джапаров с рабочим визитом прибыл в город Минск, Республика Беларусь. Борт главы государства приземлился в национальном аэропорту Минска. На флагштоках аэропорта были вывешены флаги государств, которые входят в ОДКБ, выстроена рота почетного караула. Президента Садыра Джапарова встретил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Напомним, в рамках визита глава государства примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности.